такое? Черт, зачем ты включил свет? Она проникла в меня, она ломает мне кости изнутри. Черт, я совершенно просто. Тихо, я тихо. Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Друзья, перед началом не забывай подписаться на мой канал, ведь сегодня мы будем смотреть запретную серию фиксиков в 3 часа ночи. Но перед началом, друзья, ваши комментарии. Погнали! Раз, два и три. Если ты тоже хочешь попасть в мое видео, прямо сейчас спускайся ниже в комментариях и пиши. Чем больше комментов ты напишешь, тем выше вероятность того, что именно ты попадешь в мое видео. Друзья, сейчас отправимся на сайт Darknet для того, чтобы заказать прямо сейчас запретную серию фиксики Эти. Друзья, сразу хочу предупредить вас, что эта серия жутко страшная. Я сама ее не смотрела, но так как другие блогеры ее видели, я знаю, что происходило потом. Говорят, что после просмотра запретной серии, купленной на сайте Darknet, именно в дьявольский час в 3 часа ночи, фиксики Экзи придут в наш дом, друзья. Это жутко страшно, потому что никто не хочет повстречать злых фиксиков, потому что мы узнаем, почему прямо сейчас у меня открыта страница на сайте Darknet. Это магазин Darknet, и здесь уже мы видим проклятых фиксиков. Они как зомби. Это Нолик и Симка. У них какие-то символы на лбу, означающие, что они одержимы демоном, и белые глаза, демонические белые глаза, друзья. Запретная серия фиксика Экзи. Давайте же прочитаем, что здесь написано, друзья. Если ты хочешь, чтобы я прямо сейчас приобрела эту серию, скорее ставь плютики в своем чате, пока я не увижу, что наберется хотя бы как минимум 5 плюсиков, я не буду покупать эту серию. Давайте, ребята, прямо сейчас ставьте ваши плюсики в чате для того, чтобы мы с вами смогли купить эту запретную серию фиксиков Экзи. Я вижу, что вы уже ставите плюсики. Спасибо вам. Передаю всем вам привет. Огромный привет, друзья. Итак, я вижу, что вы хотите купить эту запретную серию фиксиков Экзи, потому что вы поставили очень много плюсиков в чате, друзья. Поэтому давайте перед началом прочитаем, что же здесь пишут про эту запрещенную серию. Самый страшный сезон. Фиксики Экзи. Вот так вот, друзья. Самый страшный сезон. Самый страшный мультик про фиксиков, друзья. Это тоже реальная правда. Вы просто себе не можете в это поверить. Эта серия запрещена для просмотра лица младше 13 лет, друзья. 13+ ограничения, видимо, в этой серии. Какие-то страшные, жуткие моменты, которые нельзя показывать детям младше 13 лет. Фиксики самые опасные, они ломают технику, бьют посуду и могут проникнуть в тело человека и сломать его кости. Вы представляете, друзья? Просто сломать человека. Обычные фиксики все вокруг чинят и помогают людям, но это экзи-фиксики, и они могут сломать ваши кости, друзья. Это просто какой-то кошмар, друзья. Я просто не могу в это поверить. Давайте читать дальше. Здесь также написано, что фиксики Экзи боятся темноты, становятся неподвижными и слепыми. Это наше оружие против фиксиков Экзи. И если вдруг что-то пойдет не так, мы выключим везде свет, и будет полная темнота. Фиксики ослепнут, будут неподвижны. Мы поймаем им и разрежем их. А что будет внутри, вы узнаете, если посмотрите это видео до конца, друзья. Так что давайте, не буду я уже вас больше томить. Мы покупаем запретную серию фиксика Экзи на сайте Darknet. Кстати, цена 1500 долларов, друзья. Есть. Мы совершили прямо сейчас покупку запретной серии фиксиков. И нам осталось лишь немного подождать, когда менеджер-курьер сайта Darknet принесет нам заветную посылку с флешкой, на которой будет запретная серия фиксики Экзи. Друзья, мы ждали так долго, и наконец эта заветная коробочка с флешкой. Я уже вижу, какая картинка на этой флешке. Наконец-то она в моих руках. Все благодаря тому, что вы поставили много плюсиков, и мы купили запретную серию. Теперь я могу показать ее вам. Вот она, друзья. Видите, какие страшные
фиксики нарисованы на этой флешке, друзья. Теперь мы откроем ее. Пойдемте вместе со мной. Итак, друзья, приступим. Откроем эту коробку с фиксиками. Отлично, друзья. Посмотрите, здесь шнур для этой флешки. И также на флешке нанесена картинка проклятых фиксиков. Теперь мы подключим вместе с вами эту флешку к нашему компьютеру. Пойдемте. А если честно, я реально боюсь, потому что на таких носителях, которые приносят, тем более с сайта Darknet, может оказаться все что угодно. Например, какой-нибудь вирус, который может сломать ваш компьютер и просто все ваши социальные сети. Но я иду на этот риск, потому что вы хотите увидеть запретную серию фиксиков Exi, друзья. Итак, подключаемся. Так, друзья, вы видите этот момент. Я подключила диск, подключен к компьютеру. И теперь нам осталось его открыть. Черт, я так и знала, блин. Ребята, посмотрите, моя заставка на компьютере стала заставкой Darknet. И вы не поверите, посмотрите, что появилось на моем рабочем столе. Это фиксики Exi ZS, запретная серия. Сразу же появился этот ярлык, блин. Я только переживаю, у меня здесь состояла на рабочем столе классная заставка, ну... Там были Мальдивы, картинка, а теперь у меня все черное и Darknet. Главное, чтобы это все не завирусилось, друзья. Ладно, вы видите этот ярлычок? Он появился здесь, как только я вставила этот проклятый диск. Ладно, друзья, давайте запустим прямо сейчас фиксики Exi, запретная серия. Вы готовы? Дим, ты готов? Да. Я готова, друзья. Начинаем. Ух, запустила. Черт. Похоже на вирус. О-о-о! Ты слышал? Черт! Слушай, это же этот мальчик, который... Дым Дымыч, да. Почему он весь как будто в крови? А ты слышишь этот страшный голос? Посмотри, его глаз будто бы зеленый. Его лицо... Он чего-то боится. Ты видел? Там был какой-то монстр. Черт, это его мама. Почему у нее такой страшный голос? Нифига себе, ребят, давайте погромче сделаем. Посмотрите на него. Черт, какая у него страшная мама. И сам Дим Димыч какой-то весь непонятный. Сейчас мама выключила свет. Все как какой-то, как будто вирус на компьютере. Посмотрите на него, какой он страшный. Ребят, что это такое? Что-то у него, что-то в шкафу. Он говорит, он кого-то ищет. Он постоянно кого-то ищет. Черт! Ребята, вы видите это? Черт! Черт! Он кого-то испугался. Блин, почему у него такой страшный голос? Ребята, этого просто не может быть. Черт, он куда-то идет. Посмотрите, он теперь какой-то весь черный. А, ребята, это реально самая страшная серия. Он кого-то боится. Выключим. Черт! Из его шкафа вывалился, как будто бы труп. Вы видели это? Я могу даже, друзья, отмотать. Посмотрите, это как какой-то человек, как будто бы упал. Слушайте, это реально самая страшная запрещенная серия. Вы только послушайте голос Дим Димыча. А это фиксики Exi, ребята, вы слышали голос? Это Симка и Нолик Exi. Черт, реально они здесь нормальные, но Дим Димыч нет, фиксик и нолик нормальные, видите? Нет, черт, их поразил вирус. Посмотри, Симка, монстр. Черт, ребята, это реально самая стрёмная серия. Они говорят странным голосом, и все как будто бы испачкано кровью. Что будет дальше? Дим Димыч боится спать, потому что какой-то монстр живет в его шкафу и под кроватью, он вечно боится. Черт, все. Ты слышал это? Черт. Ребят, вы слышали это? Мы только досмотрели эту серию до конца, как... Какой-то...
Этот шум ты слышал? Эй, кто здесь? Здесь кто? Я, ты слышал, Дим? Черт! Походу, реально правда, ребята. Походу, фиксики в моем доме. Вот, ребята, что делать, блин? Нам нужно найти этих фиксиков. Они незваные гости в этом доме. Мы должны убедиться, реально ли это просто. Слышал? Черт, это из кухни. Черт, вы там? Фиксики? Черт, почему везешь шум? Черт, что это за шум? Ты слышал? Кто-то был как будто бы в туалете. Черт! Он прыгает как будто из комнаты в комнату. Фиксик! Черт, я боюсь, что он разнесет мою квартиру, потому что было сказано, что они все ломают. Кто это? Фиксик? Тимка? Нолик? Что происходит? Походу, они разносят мою квартиру полностью всю. Где вы? Черт возьми, фиксики! Дима, я видела! Там за холодильником только что видела Симку! Черт, а теперь Нолик! Дим, ты видел его? Черт, он был прямо за холодильником! Ты видел Нолика? Черт! Господи, ребята, вы видели? Если вы видели, прямо сейчас поставьте плюсики в чате, друзья! Вы видели? Там была Симка и Нолик! Черт, посмотри, что это такое на полу! Слушай, это их знак, знак фиксиков! Написано «Ты дыщ». Это есть у них такая песня. Фиксики, где вы? Черт возьми, это какая-то игра. Мне нужно искать, что ли, этих фиксиков. Черт, ребята, что за фигня? Здесь еще одно послание. Фиксики, давайте дружить. Черт, и стрелка, видите? Стрелка туда, в ту комнату. Давайте дружить, фиксики. Экзи предлагает дружить. Но они практически разнесли мою квартиру. Они стучали по стенам. И это было очень страшно. Что это, черт, Дима? Где вы? А! Кто это положил? Дима, откуда здесь дропбокс? Мы же не заказывали дропбокс. Ребята, откуда-то появился здесь дропбокс. Черт, ладно, давай отключать. Отключать все. Черт. Черт, надо перезагрузить компьютер. Я надеюсь, что они не сломали, друзья. Откуда у меня здесь этот гроббокс? Кто там? Раз, два, три. Черт! Черт, это Симка и Экзи, ребята! Симка и Экзи! Не может быть! О, черт, откуда она здесь взялась, ребята? Она разговаривает, говорящая живая игрушка. Симка и Экзи только на канале Королева Мистики. Ребята, черт, нужно закрыть все двери, чтобы она не убежала отсюда. Черт, ребята. Вы помните, в описании было написано, что они в темноте становятся бездвижными. Она говорит, что мы дружная семья фиксиков. Но я не фиксик, что ты несешь? Никому не говорить, что я фиксик. Ты что, совсем ку-ку? Нолика, я видела Нолика за холодильником, ребята. Я видела Нолика и Симку, но Симка пришла сюда. Господи, черт, слушай, давай заточим ее обратно в этот гроб. Выключи свет, и я уберу ее. Черт, пока что она не может говорить. Что ты починишь, Симка? Она говорит, что у меня что-то сломано, и мне повезло, у них есть я. А! Черт, зачем ты включил свет? Она проникла в меня, она ломает мне кости изнутри. Черт, ты слышишь этот хруст? Господи, помоги мне, убери ее, пожалуйста. Черт, выключи свет, она продолжает это делать. Черт, она мне выворачивала кости, она проникла в меня. Господи, черт. Слава богу, что ты выключил свет, и она убежала. Где ее теперь искать? Она где-то здесь. Нам нужно найти ее и избавиться, друзья. Скорее, друзья.